Твой парень изменил тебе. А с кем? Блондинка с прямыми волосами, майка с поп-певицей на груди, часы на правой руке. Так это ж я. Все, девчонки, сеанс окончен, с вас 5000. Как ты могла? Да я сама только что узнала. Вот ты сука. Ну, получается, что да. А он каков, да? Даже я не знала, да? Пошли к нему. Ага! Как ты мог? Шел ежик попли. Я ему. Не об этом! О чем? Ты мне изменяешь. С кем? Со мной. Кто сказал? Гадалка! Гадалка врать не станет. За 5 косарей точно не будет. Ребят, извините, а я никому не изменял. Иди в жопу! Ну, я пошел. А я хоть был. Стыдно должно быть. Я вижу твое будущее. Тебя ждет любовь. Рыжеволосая женщина с пышными формами. И она где-то рядом. Ёпта. Как намекнуть девушке на то, что она немножечко поправилась? Маутика кисёцки, какие батька поиска, какой-то кольцо мягенькая. Ладно, посмотри на две эти вазы. Хоть это и большая, и в нее что-то положить, понимаешь, засунуть удобнее, мне не хочется, потому что она выглядит отвратительно. Фу, большая отвратительная ваза. Вот это хоть его, знаешь, и поменьше, но намного привлекательнее, поэтому это мой выбор. Слушай, прям не сходится, слушай, как бы тебя так обнять-то? Слушай, раньше получилось. Привет, Сири. Что делать, если твоя девушка немного сильно раскабанела, разжирнела и ее к чертям расперла, особенно в ляжках? Никит, ты скоро, мы опаздываем. Ты сейчас буквально же 5 минуточек. Никит, я уже оделась почти, ты скоро? Ну погодите много, 5 минут. Дом не Волга, ведь течет, казанку на плечо. Ой, люди, там денечок, ты говоришь, ты фон прилисточку. Сколько милей? Все, короче, я жду тебя внизу, спускайся. Окей. Никит, ну короче, фильм не очень, можешь даже не скачивать. В смысле фильм? Ты что, опять без меня посмотрела фильм? Слушай, я тогда быть пойду. Итак, сегодня после свидания у меня в гостях Никита Искоролева. И мой первый вопрос. Что ты будешь делать, когда я пойду в ванную? Вариант А. Начнешь шариться по полкам с нижним бельем. Вариант Б. Засунешь себе в штаны колбасу, чтобы показаться мачо. Вариант С. Разденешься догола и будешь ждать меня возле ванной. Или вариант Д. Включишь романтическую музыку и приглушишь свет. Я бы хотел выбрать вариант С, но что-то мне подсказывает, что верный будет вариант Д. И это правильный ответ. Поздравляю вас, Никита. Итак, следующий вопрос. Что ты сделаешь, если я скажу очень глупую и не смешную шутку? Вариант А. Срифмуешь последнее слово с половым органом. Вариант Б. Скажешь, цитирую, ты че? Вариант С. Притворишься немым и глухим, чтобы не отвечать. И вариант Д. Вежливо посмеешься. Ну, вариант С я пробовал много раз, и он не прокатывает, так что вариант Д. Абсолютно верно. Олимпийские игры в современных отношениях. Никит, на ужин будет греческий салат. Ты какой салат? Давай пасту. Я сказала, будет греческий салат. Тебе паста нужна. Греческий пасту, салат будет. Давай. Греческий салат. Греко-римская борьба. Данька. Ну ты сейчас у меня. Гребля. Академическая гребля. Бег с препятствиями. Стася! Стася, открой, пожалуйста! Пожалуйста, Стася, я уже не могу. Санный спорт. Давай быстрее. Тяжелая атлетика. Так, а вы почему еще здесь? Вообще-то там черная пятница. Чего? Так ее принесли на вторник. Давайте быстрее. Отошел! Бобслей. Как намекнуть девушке на то, что она немножечко поправилась? Соп, слушай, это такое дело. У нас тобой стиралка сломалась. Но как ты избирательнее? В смысле? Ну, в том, что твои вещи все сели, а мои нет. Никит, а где вся еда? А мне кажется, она здесь. Тут вот пельмешечки, тут салатик, а тут вроде борщик. Боже, она, ты ее искала. Суп, слушай, ты не обращал внимания, потому что раньше вот на кровати как-то прям побольше места было. Чего? Да я тебе точно говорю, тут прям даже еще вот оставалось, прям еще... Никита, это что такое? Чипсы? 10 способов залезть к своему парню в телефон. Первый способ. Обними меня, пожалуйста.
так соскучилась, мне было практическое света. Для чего? Второй способ. Эй! Третий способ. Дайте сфотку. Держи. Так, дайте фото. Телефон! Кто такая Наташа Жданова? Давай. Четвертый способ. Прямо в синем пальто. И не в желтом, я бы еще повел. Пятый способ. А теперь пивком шлифануть. Шестой способ. Там Киркоров наш бензин отсасывает! Где? Седьмой способ. Восьмой способ. Эл, дай позвонить. У меня нету. А если мне иду? Девятый способ. Здравия желаю. У нас проходит операция. На камеру все зафиксировано. Телефончик изымаем в рамках следственных действий. Всего доброго. Десятый способ. Знаете, самое страшное, это когда ты один остаешься в компании девчонок. Привет! Привет! Ром, скоро буду, все, давай, пока. Давайте суши закажем. Да! Она покупает себе сама цветы, чтобы делать красивые фотки. Да ладно! А вот эти ребята на самом деле ругаются постоянно. Девочки, вот это сделанные. Ой, можем снять сторис. Давайте мы снимем сторис. Хороший ракурс, давай, хороший ракурс. Мы даже не видно. У меня здесь даже почти нет прыщей. Улыбаемся. Готовы? Хорошо, когда у тебя есть друг, который всегда придет на помощь. Братан, ты меня звал? Дай воды. Пожалуйста, соп. Вы чё разорались, а? Ребята, а чё надо делать конус? О, ребят, хотите побегать? Хотите побегать? Зыйте, зыйте. Ну что, удаляем? Да. Удаляем. Ладно, ребят, слушайте, нам пора уже. Мы вам помогли, конечно, но нам, как его, напомню. Впадло. Точно. Покасики. Зай, я пойду во двор машину переставлю. Давай. Ты что, серьезно? Ну, прямо вот так вот разрешишь ему куда-нибудь сходить и переставить, да? Что такого? Ага, ну, смотри, так ему и переставят. Ну, а ты сидишь, что такая, инстаграмчик смотришь. Точно. Ой. Зай, билеты. Я в магазин, тебе чего не взять? Вкусненького чего-нибудь к чаю. Хорошо. Ну, то есть он серьезно не знает, что тебе взять? Вы 3 года вместе, и он не знает, что ты любишь? Это звоночек. Да-да-да-да-да. Точно. А, ну ок, давай, целую. Ну, что там? Илья звонил, сказал, на работе задержится. И ты вот так спокойно на это реагируешь? И вот часто он так с секретутками задерживается? Ты серьезно? Каждый раз он там... А ты тут сидишь спокойно, сериальчик смотришь. Да. Точно. Только не подстриг, привет. Ну, слушай... Деньги есть, да, конечно, могу перевести. В смысле у него деньги есть? Ну, то есть ты ходишь с обоссанной семеркой, а у него там деньги есть пару косарей другу перевести? Ну, то есть он вот так вот, без твоего ведома, да, распоряжается вашим семейным бюджетом, а? Точно! Я ему говорю, в общем, сюда нужен другой радиус шин. Вот чуть побольше бы прям сюда встал. Вот. Here we go! Сири, а скажи-ка, какая сегодня будет погода в Папуа-Новой Гвинее? Простите, я не понимаю, что вы говорите. Слушай, конечно, ты не понимаешь, ты же абсолютно невыносимо непробиваемо тупая. Пожалуйста, выбирайте выражение. Че я должен выбирать-то вообще? Это моя собственность, господи. Да и вообще, знаешь, Алиса намного умнее тебя. Ха-ха-ха, очень смешно. Кусок мяса. Да ничего смешного, это чистая правда. Знаешь что, ты пошла в жопу вообще. Я открою. Ой, здрасте. Сам иди в жопу, козел вонючий. Когда ты немного выпил и не палишься. Дорогая, я дома. Дорогая, слушай, я сегодня что-то утомился. Я пойду прилягу, наверное. Да, хорошо, спокойной ночи. Спокойной. Как было на самом деле? Здорово! Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Нормально? Готовься, сопа, я иду! О, а кто это у нас тут такая красивая? Оп! Ой, упали. Придурок!